Салют, каскадеры, не спрашивайте, почему стоит так камера. Я вам в конце покажу всю эту конструкцию. Еще раз всем привет, я снова все еще на самоизоляции и все еще не знаю, чем мне заняться. Поэтому я попросил ребят снять видеоролик со своей самоизоляции и ответить на пару вопросов. Выходят ли они куда-нибудь и чем они, собственно, занимаются? Может быть, подскажут, как скоротать пару деньков. Давайте посмотрим, и первый вопрос: выходишь ли ты куда-то? Ухожу ли я куда-то? Да, конечно, а как еще? Я никуда не выхожу, я сижу дома. Да, я выхожу в магазин. Куда выхожу? Это, продуктовые. Я езжу к родителям, к родным, близким и к друзьям. Жизнь моя особо никак не изменилась, за исключением то, что я не хожу в кино, в кафешки и так далее, потому что они закрыты. Я выхожу в магазин. Выхожу куда? За пивку! Прихожу иногда к родителям в гости, помогаю им там. За 4 недели я выходила из дома только один раз. Магазин, который находится рядом с домом. Выходим на улицу мы раз в 5-6 дней, затариться продуктами. Также работаю, как и работал. Хожу гулять, вижусь с друзьями, тренируюсь, езжу в зал, занимаюсь спортом. Хожу в магазинчики погулять, на улицу иногда хожу погулять. Но, если честно, до вируса я ходил по улице редко, по мне видно, но в магазины я хожу часто. У нас здесь закрытая территория, поэтому я спокойно гуляю. Людей практически нет. Никуда не выхожу. Нет, я сижу, кайфую, отдыхаю. На работу, погулять с собакой и в магазин. Магазин. Выхожу гулять с псом. Видео за PlayStation ездил. Мне приходится выходить. Хорошо, что у меня есть ближайший магазин Dixie. Магазин. В основном в лес, на пробежку или просто погулять, либо до магазина. Магазин. Продуктовый за продуктами, в аптеку за презиками. По-моему, все. В магазин. Выезжал в город, несколько раз всего. На работу и на пробежки на утренние. Выхожу максимум за продуктами. Хожу просто на прогулку, к реке, сонно гулять, так скажем. И булки размять, в конце концов. За продуктами и по рабочим моментам. За продуктами, заправить машину бензином и погулять с собакой. Я спускаюсь в погреб за картошкой. Один, максимум два раза в неделю выхожу за продуктами ближе к 10, к 11 вечера. До машины или же за едой. Выхожу в основном в магазин и могу доехать до бабушки. В магазин, выкидывать мусор. Это мое любимое теперь времяпрепровождение. Только до магазина. Иногда я выхожу в магазин прогуляться, развеяться. В магазин, и так чуть подышать, прогуляться по району. Чисто даже, я считаю, что человеку необходимо дышать. Выхожу только за продуктами. В магазины или просто прогуляться с подружкой. До братика и до магазина. В магазин и также погулять с собакой. Да нет, никуда не выхожу. Я выхожу до магазина и обратно. Ни с кем не общаюсь, потому что все мои друзья работают на заводах, и я боюсь, что взрослые мужчины могли заразить моих друзей коронавирусом. Блин, вы ходите куда-нибудь, кроме магазинов? Если да, напишите в комментариях, потому что, все мы ходим в магазин, да? А что-то особенное есть там, с друзьями на дачу там? Ладно. Посмотрим следующие ответы на вопрос... Чем же вы занимаетесь дома на самоизоляции? Готовлю еду, слушаю музыку. В основном я сижу за компом и играю в игры. И изредка пытаюсь снять какие-нибудь видосы. Я продолжил работать. Мы продолжили работу, но удаленно. Так что ничего особо не поменялось. Только я не хожу теперь в рестораны. Пишу музло. Работаю удаленно. Слушаю музыку, играю в компьютерные игры, смотрю фильмы. Деградирую и разлагаюсь. Занимаюсь дома я едой. Я занимаюсь YouTube-каналом, у меня их два. Я учусь на дистанционном обучении, прохожу практику, сдаю экзамены. Играем в компьютерные игры, занимаемся музыкой. Большую часть своего времени это либо танцы, тренировки, либо спортзал. Смотрю сериалы, балдею, на Call of Duty новую подсел. Вообще, живу в кайф, если честно. Начала проходить онлайн-курсы, смотрю сериальчики. Занимаюсь тем, что делаю игру GTA Penza. Можешь ссылку оставить в описании. Опять же, отдыхаю, пью джюс. В основном я работаю и сижу дома. Монтирую видосики. Я работаю программистом удаленно. Играю в Sims и в Minecraft. А чем в основном занимаешься? Ем. Я, кстати, начала писать стихи. Чем занимаешься в основном? Выхожу в магазин. Снимаю
История в Инстаграм. Занимаюсь музыкой, пишу песни. В основном все мое время проходит на диване. Вот журнальчики вот такие вот там тоже у меня все коллекции, поэтому мне можно даже с дивана не вставать. Игра в PlayStation. Смотрю кино. Лежу и все. Я изучил 4 языка программирования и разговорный казахский. По будням работаю удаленно, в принципе, ничего не изменилось. Сплю, ем и снимаю видео. Делами по хозяйству, приходит в гости еще, кстати, шизофрения, иногда вот с ней спорю, потом смотрю фильмы и читаю книги. В основном занята выполнением домашнего задания. Смотрю аниме. Работаю ребенком, спортом, пишу график, обучением, это все очень классно, здорово влияет, это нас самоорганизовывает. А ничем не занимаюсь абсолютно, только если учебой. Учебой, домашними делами. Нахера работаю, работа стала в 2 раза больше. Больше постоянной видеоконференции по Зуму. Ну что, книжки читаю, фильм смотрю, сериальчики там. Занимаюсь чем? Ну, в основном ращу усы. В основном я смотрю молодежные сериалы про секс, наркотики, алкоголь и читаю книжки. Так, это у меня стояло все вот так вот, на такой штуке, и вот здесь. Так, ну что, ребята, вот как-то так, там лайки, дизлайки, с вас ваши комментарии, кто из ребят вам больше всего понравился. Ладно, спасибо, скоро новый ролик. Если вам нечего делать на самоизоляции, есть офигенный канал Кирюши Нацев, и на него можно залипнуть, блять, ну дня на 3 точно. Интересно, на сколько дней у меня контента там? Пока. Заплываем жиром, глядя сериалы. Уже пропердели диваны. У кого разводы, у кого камасутра. Уже позабыли, как вставать утром. Потому что встаем после обеда. А проснувшись, вспоминаем сцены из классики. Замуровали демоны.